проснулись 7 часов. Смартик на своем месте. Ждет. На улицу сейчас пойдет. Третий день у нас проходит завтрак именно с сыром и салашом, и зеленым чаем. Привезли с собой сыр. Он очень хорошо нас выручает по утрам. Вот такой завтрак. Проходите к столу. Приятного аппетита. Спасибо. Убираем со стола, чтобы все было чистенько. Рядышком. Молодец, да. Молодец. Молодец. Сиди. На кровать тебе нельзя. Вот, сиди рядышком. Да. На кровать мы нашего Смартика не пускаем. Ни дома, ни на отдыхе. Мы не хотим, чтобы у нас он в кровати лежал. У него есть свое место. И он должен знать, где его место. На кровать... Это лишнее. Нельзя, Смарт. Сидеть. Там. А, ты так хочешь. Ну, давай так. Давай, да. Вот так ты хочешь, да. Вот так вот он хочет, мальчик мой, да. Вот так лапки поставить. А вот третий день нашего отдыха проходит на воде. В лодке. В лодке со Смартиком. Смарт, плавать будешь? Смартюль. О, что-то Юрка. А, на лацапную. Ложись, Смарт, ложись. Лежать. Ложись, загорай. Ложись. Грейся на солнышке. Самое главное, что-то неудобно. Тебе удобно? Сегодня погода нас прям радует. Солнышко светит.
безветренно, хорошо так. Я мой. Умываю его, ему это как он. Сначала нравилось, теперь не нравится. Непривычно тебе в лодке находиться, да, Смарт? Первый раз ты здесь. Не бойся, не бойся. Ты с нами. Никто тебя не обидит. Ложись, ложись, ложись. Вот молодец какой. Какой молодец. Лиси, Лиси, мы хорошие. Видела, зовешь. Двое в лодке, не считая собаки. Как он развалился-то? Мешает он так? Залез. Иди вот сюда лапки поставь, вот сюда лапки, ставь сюда, ставь лапки вот сюда. И вторую, да, молодец, вот так вот. Молодец. А туда вон. Зачем? Не надо. Где туда. Мотор? Нет, туда не надо. Там неудобно. Да, вот так вот, мой хороший. Смотри на водичку. Видишь, как там водичка плескается? Чего, малыш? Ложись, отдыхай. Правильно. Все отдыхают, и ты отдыхай. Как интересно, что там шумит? Ложись, Смартик, отдыхай. Всегда на страже. Охраняет нас. Наш берег, где мы отдыхаем, наша труба. Сеть? Серьезно? Ты будешь достать ее? Кирпич. А для чего это сделано? Я вот сюда подъехать, к этому привязаться и все. И будет стоять. Да? А, ну давай. Давай так и сделаем. Давай сюда бутылку закинем в лодку. Зачем? А как ты хочешь? Да, а то у нас по течению все прям уносит. Ой, ой, ой. Уносит в ту сторону. Именно туда сплавать. Посмотрите, как здесь можно. Там видишь какие-то мостики? Ну, так, ну давай сейчас передохнем. Ну, давай сплаваем. Давай.
где смак? Смак, ты аккуратнее, чтобы тебя не задело. Куда направляемся? К чайке. Какой чайке? Сяна. Блин, там был сам бухта. И отсюда, когда ветер боковой, туда не вдувает. Вот почему. Uh-huh. Поняла, вчера был ветер отсюда. Uh-huh. И вот эти вот сосны, его не пропускают в бухту. Да. О, нельзя спартимся. Африканец наш загорает на солнышке. Растянулся. Получает солнечные ванны. Солнышко мне прям в глаза светит. А водичка не такая холодная. Как на берег. Там действительно можно.